21 февраля депутату Совета депутатов Сергею Посадского городского округа и директору Дворца культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина Алексею Вохминцеву исполнилось 60 лет. Алексей Владимирович Вохминцев родился 21 февраля 1961 года. После школы поступил в Симферопольское высшее военно-политическое училище, которое закончил в 1982 году. С августа 1982 года по июль 1993 проходил службу на различных должностях в Семипалатинском ядерном полигоне. Рискуя жизнью, принимал участие в подземных испытаниях ядерного оружия. Алексей Владимирович является ветераном подразделения особого риска. В 2000 году принимал участие в боевых действиях в Чечне, где был командиром сводной роты разминирования от Уральского военного округа. Указом президента России награжден орденом мужества и медалью за боевые заслуги. Все равно мы отдаем дань памяти. Мы отмечаем нашу гордость нашим дедам, отцам, которые защитили, отстояли нашу родину, которые дали возможность сегодня жить. Это, конечно, очень важный, самый важный праздник в нашем государстве. Потому что все то, что было сделано в те сложные годы, оно должно оставаться в памяти. Мы должны растить наше молодое поколение на эти героические поступки, памяти, которые сегодня совершаются. И, конечно, вот это мы сегодня просто отдаем дань уважения, гордости, почета нашим родственникам, нашим погибшим отцам, матерям, дедам, бабушкам, которые защитили нашу страну и показали пример стойкости и мужества. Алексей Владимирович более 15 лет руководил культурно-просветительскими учреждениями в Вооруженных силах Российской Федерации. В феврале 2005 года он был приглашен на должность директора Дворца культуры имени Гагарина. Благодаря военной дисциплине и четкому выполнению поставленных задач, находясь на должности директора ДК имени Гагарина, Алексею Вохминцеву удалось правильно организовать рабочий процесс. Дворец продолжает открывать свои двери для зрителя. Дворец культуры все равно, значит, продолжает работать в системе тех ограничений, которые нам Роспотреб предъявляет. Это и обязательно масочный режим, конечно, это обязательно социальная дистанция. Это, в общем-то, этот режим не снимается, но мы сегодня, в общем-то, свободны и готовы работать уже в режиме, как мы с вами сегодня ведем дискуссию и диалог. В 2007 году он окончил Академию муниципальной и государственной службы по специальности муниципальное и государственное управление. В 2009-м жители второго избирательного округа доверили право Алексею Вохминцеву представлять их интересы в городском совете. Член политсовета местного отделения «Единой России», член правления общественной организации «Боевое братство», благотворительного фонда «Эра милосердия». 21 февраля 2021 года Алексей Владимирович принимал поздравления с 60-летием. Мы присоединяемся ко всем добрым словам, звучащим в адрес юбиляра, и желаем Алексею Владимировичу крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в работе и общественной деятельности, семейного благополучия и новых побед.